Здесь, как раньше, у нас вот квантовую механику вел академик Сергей Васильевич Фонсовский. Вот, я, по-моему, даже вам рассказывал. Он нам все время рассказывал историю становления и развития квантовой механики. Вот. Мы так никаких формул от него сильно и не добились. Вот только потом мы поняли, что, черт возьми, это было как раз самое интересное. Потому что формулу-то можно посмотреть где-нибудь в книжке. Вот. А вот про историю-то, а он был свидетелем всего этого. Хотя он был в это время как бы студентом всего лишь, да? Но все-таки свидетелем. Вот историю-то это очень где-то найти трудно. Так вот, с кристаллическим полем тоже своя история. Дело в том, что вот то, о чем я сейчас буду рассказывать, это все случилось и все создавалось в начале 60-х годов. А в 60-е годы для физиков это вообще такое время интересное. В самом начале 60-х годов случилось две вещи. Ну, случается там в разные годы разные. Вот в начале 60-х две вещи. Это фактически лазер был твердотельный открыт. И еще, ну я думаю, тоже вы это знаете, это теория элементарной симметрии элементарных частиц. Вот как-то в одно и то же время пришлось. Хотя как бы вещи несравнимые совершенно. Ну, правда, лазер и теория элементарной симметрии элементарных частиц. Ну, лазер. Я думаю, если сегодня посмотреть на то, как этот лазер вошел в нашу жизнь, так, то, наверное, вещи может быть и сравнимы. Вот. А в связи с лазером возникла проблема, во-первых, лазерных материалов, то есть сред лазерных. Ну, вы знаете, скажем, газовый лазер, там есть химические лазеры. Ну, газовый лазер это давно, вот химический лазер это более позднее, так сказать, изобретение. А вот твердотельный лазер, этот первый лазер был на рубине. Алюминий 2О3 с хромом. Алюминий 2О3 с хромом. Здесь трехвалентный хром, спин у него 3/2. Это парамагнитный ион. И вот первый твердотельный рубиновый лазер, он был создан как раз на активной среде. Активной средой были ионы хрома в корунде, то есть в рубине, мы говорим. Лазер рубиновый. Ой, знаете, сразу, как только лазер создали, сразу возникла проблема целое создание монокристаллов рубин. Ну, рубин, правда, есть природный, но нужны были идеальные, почти идеальные рубины. Ну и в конце концов, между прочим, эти рубины научились синтезировать так ловко, что цена на все эти рубины вообще упала до, я не знаю, до камушка какого-то, по-моему, до гранита. Ну, скажем, в Москве институт кристаллографии делали метровые такие монокристаллы, ну, размер метр. Хороший, да? Нормально. Вторая проблема была, это, конечно, была проблема частоты, проблема тех энергетических уровней, которые работают вот в схеме лазера. Схема лазера это там двух-трехуровневая схема. Ну, я думаю, что вы примерно представляете, что такое лазер. Вот, это, как правило, трехуровневая система. Ну, а, значит, естественно, что сразу возник вопрос анализа энергетического спектра, да, в частности, вот этих парамагнитных ионов кристаллов. Не только хрома, но и других. Быстренько были другие найдены, более эффективные даже среды. Это, скажем, неодимовые лазеры на неодиме. И хром это ион группы железа, а неодим это ион группы редких земель, или там лантанидов, как говорят. Вот. Ну и вот неодим в матрице, кстати, матрица обычно это такая прозрачная матрица должна быть, да, вот для лазера. Уж если активная среда, скажем, ионы хрома, то эти ионы хрома в прозрачной матрице. То есть эта матрица не должна вносить сама никаких дефектов в спектр там, оптический. Не должна, она должна помогать, конечно, вот, лазерному эффекту, но за него отвечает вот эта примесная система. Значит, сама по себе эта система оптически должна быть слабоактивной, лучше всего неактивной. Прозрачной, короче говоря. Вот корунд, он прозрачный, действительно, хорошая среда. Дальше, алюминат, например, вот такой алюминат, И3-алюминио-3. Вот тоже прозрачные кристаллы. Вот. И видите, вся физика с начала 60-х годов, связанная с лазером, она пошла по нескольким направлениям. Ну, во-первых, это чисто такое техническое направление, собственно, разработка лазерных систем.
и внедрение везде, там, значит, вот, там, медицина и так далее, и так далее. Дальше это лазерные кристаллы, вот, и технология выращивания кристаллов была доведена, вообще говоря, до треска, больших кристаллов, прозрачных кристаллов. Вот. Дальше это проблема фундаментальная, проблема вот анализа энергетического спектра. Если вы умеете анализировать спектр, управлять, тем более, скажем, спектром, то вы можете, вообще говоря, какие-то среды лазерные сами предсказывать. Вот. И вот понеслось. А что, собственно, лежит в основе расчета спектра энергетического для ионов в кристалле? Это вот теория кристаллического поля. И сразу с середины, примерно, 60-х годов появились целые конференции. Целая конференция, например, называется так, симпозиум по спектроскопии активированных кристаллов. Он, кстати, в Екатеринбурге несколько раз был. Более того, я, когда он был в Екатеринбурге, я был в оргкомитете, тогда был совсем молодой, чуть вас постарше. Я отвечал тогда на этом симпозиуме за размещение, приеме размещения гостей в гостинице. Гостиница вот там, Свердловск. Вот мы там сидели в холле оргкомитета. Ну, я хоть занимался, там вот кто-то приехал, надо в гостиницу, там смотришь, где там брони у него там и так далее. У меня, помню, история такая была, до сих пор ее хорошо помню. Приезжает какой-то парень молодой. Вот. Ну так, все нормально, такой интеллигентный парень, лет, может быть, там, ну, чуть меня постарше. Вот. Ну ладно, все, там, ля, да, в списке есть. У него, правда, фамилия такая была, Биндер. Ну, мало ли что. Вот. Не Бендер же, а Биндер. Ну и все, ну и все. Я вот правил сам ресепшн, дама сидит. Он и протягивает паспорт. Я смотрю, я так одним глазом смотрю, у этой дамы реакция была моментальная. Она тоже берет трубку, вот, и звонит. Я думаю, вы догадываетесь, куда. Вот куда может звонить в этой ситуации дама на ресепшене в конце 60-х годов? КГБ. Она звонит сразу же в КГБ. Вот. А еще в КГБ сразу же прилетает. Кстати, тоже дама с погонами. Вот. Все, меня так подзывает и говорит, 24 часа его не должно, вот, все, его не должно быть. А получилось так, что город наш, видите, ведь вы вот живете в Екатеринбурге, да? Вы не знаете, что до где-то середины, если не позже, 90-х годов, город был закрыт для иностранцев вообще. А этот парень, на самом деле, он иностранец, условно, он на самом деле ГДРовский немец. Учился, закончил МГУ. И работает на нас работает. Да? Ну вот иногда же бывает, ездит себе в Берлин восточный. И вот на самом деле он прилетел из восточного Берлина, посадка в Москве и сюда. И кто-то там какой-то лопух, грубо говоря, из пограничников. Ему спокойно выписали там билет. Никто его не задержал. Должны были в Москве задержать, потому что он летит в закрытый город. И его пропустили. Взять этот парень, он не стал сутки. Вот. И, значит, я вот должен был в машине, там, оргкомитет. Долго я его в кольцо обратно сопровождаю. А и только мы подъезжаем, заходим в аэропорт, там голос диктора. Значит, товарищ Бендер. Там говорит, товарищ Биндер, прилетевший рейсом таким-то, срочно зайти туда-то, значит. Все. Ну, там такая комната была для... как сейчас у нас говорят, вип-зал. Все, вот я его туда сопроводил. Ну, по дороге мы с ним там еще там пролелякали немножко. Он немножко жаловался, что так не спавший, ничего, и приехал. У него так глаз здесь был. Вот такая была ситуация. Вот. Или уже, знаете, тоже со мной связана история. Меня один приятель попросил до Москвы, до, ну, просто как бы, как-то прокурировать старушку и старичка одного своих. Значит, там какую-то тетю, дядю. Они с Польши прилетели сюда. Но город закрытый. Но чтобы встретиться с племянником, они вынуждены были, не помню, Полевскую или Первоуральск, туда вот. Вот там можно было встретиться. То есть племянник отсюда приезжал, да, там он где-то их устроил. Вот там они встречались, там ля-ля-ля-ля. Все, а
земли нельзя. Вот. И вот, значит, я их как-то сопровождал. Вот. Вот такая была у нас рабочая история. Вот и вы сейчас, видите, как сел, полетел туда, полетел сюда и так далее. И во многом, между прочим, это наложило отпечаток на, ну, на вас и не совсем, хотя и на вас, конечно, тоже, потому что ваши папы и мамы, они вот в этой, конечно, ну, они же эту историю-то проходили все. Поэтому, на самом деле, наши студенты сегодня оказываются менее активными, вот в плане, например, каких-то таких, знаете, там, зарубежных поездок, каких-то там PhD, постдоки там, значит, студенчество за рубежом. Наши студенты, вот, ну, я имею в виду, прям физика. Значит, проблема, там где-то МФДИ, МИФИ, МГУ, вот, там ребята, да даже Казань, Казань. Там ребята шустрее значительно. А потому что Казань была городом открытым, так? Вот. И у них общение, скажем, с иностранцами было всегда проще. Они ездили за границу, не приезжали и так далее. А у нас идти как? Ну вот вернемся к историческому полю, хотя эта конференция как раз была связана с историческими полями. И вот раньше те задачки, которые мы сейчас будем решать с вами, да, эти задачки вот на этих конференциях, это были доклады, их обсуждали, там, ля-ля, там, сравнение с экспериментами и так далее. А пока где-то в конце 70-х годов, я помню, на одной из таких конференций в Казани, вот, один из теоретиков, один из организаторов конференции, где-то в заключении, в заключительном слове на конференции при закрытии сказал, что, ребята, ну все, давайте мы уже прекратим эти вот такого типа доклады на конференции. Они должны перейти, вообще говоря, уже в учебники просто. Вот, то есть стать просто такими расхожими задачками для студентов, а не темой докладов оригинальных на конференции. Да, ну правда, прошло вот с тех пор уже, видите, 40-50 лет, а эти задачки, они в учебники не вошли, потому что сегодняшние учебники, это вообще говоря, переписывание, перепев учебников послевоенных еще во многом. И новые темы очень там, ну, вы сами понимаете, новые темы в учебники очень тяжело входят. Вот я уж не говорю о том, что, видите, все учебники, они пишутся людьми, так или иначе, имеющими какие-то свои предпочтения в науке, так? И это всегда отражается в материале, который включается в учебник. Поэтому многих вопросов очень известных, актуальных, горячих в физике вы в учебниках даже свежих не найдете. Вот. Ну, жалко, вот, что делать. Ну вот, мы пытаемся как-то это, вот, не менее занятия где-то, как-то это все немножко восполнить. Итак, историческое поле. Начнем мы вот с чего. Значит, я рассматриваю электрон, ну, предположительно, скажем, вот такого парамагнитного иона, электрон парамагнитного в кристалле. То есть атомный электрон просто возьмем, атомный электрон в кристалле. Ясно, что у него есть заряд, ну и вокруг там электроны тоже где-то там на атомах движутся как-то там и так далее. Кроме того, ядра есть положительно заряжены. То есть в целом на этот электрон действует некоторое электрическое поле. Давайте энергию взаимодействия электрона с этим электрическим полем, электрическое поле это мы назовем внутри кристаллическим электрическим полем или просто кристаллическим полем. И будем обозначать КП, кристаллическое поле. Так вот, давайте эту энергию, она, естественно, будет зависеть от координат электрона. Это потенциальная энергия взаимодействия электрона с этим полем решетки. Давайте эту энергию представим в виде разложения по полиному Лежандру или сферическим гармоникам. На самом деле, вы должны опять же сразу ушки навострить. Значит, речь пойдет что-то опять типа мультипольного разложения. Потому что мультиполи, они очень тесно связаны с полем. Видите, там поле, и тут поле, номы. Ну, правда, это случайность. Это там мультиполи, тут поле, номы. Это, наверное, случайность. Но, тем не менее, видите, какая-то есть связь. Итак, я разложу по сферическим гармоникам, которые будут зависеть от угловых переменных радиус-вектора. Сферическая гармоника, они от углов только зависят. Значит, как будет выглядеть это разложение? Сумма
Ведь гармоники, вы видите, вот я по таким гармоникам возьму, так называемые тензорные гармоники, которые зависят только от углов тета и фи. Вот по ним буду вести разложение. Итак, будет сумма по К от нуля до бесконечности. Дальше сумма по Q от минус К до К. Это ранг гармоники, это компонента гармоники. Кутэ-компонента. Дальше, дальше коэффициенты разложения. Ну, это, конечно, будут не коэффициенты. Дело в том, что я, видите, раскладываю по функции, которая зависит от углов. Значит, коэффициенты разложения будут функции координаты R, модуля R. То есть, фактически, я автоматом получаю некое такое представление в сферической системе координат. Как бы. Итак, коэффициенты я обозначу так, B, но, естественно, они будут зависеть от K и Q. Причем комплексы сопряжения здесь возьму, от R, модуля. Ну, а дальше гармоники C, K, Q, вот это и фи. Вот это просто некое разложение, любую функцию можно расписать. Ну, там, за редкими исключениями, так сказать, каких-то обобщенных всяких функций. Но любую хорошую функцию можно представить в виде разложения по сферическим гармоникам. Вот на самом деле, раз повторяю, здесь можно увидеть, мы на самом деле это увидим сейчас, можно увидеть разложение по мультиполям. И слагаемое с определенным К, оно связано с катым мультипольным моментом. Более того, давайте я рядышком запишу выражение для мультипольного момента электрона, электрического мультипольного момента электрона. Причем возьму его выражение через сферические гармоники. Итак, Q, K, Q это катый мультипольный момент, ну, в данном случае электрона, или любой другой частицы заряда Е, скажем. Это заряд, так, на R в степени K, так, и на гармонику C, K, Q, вот тета и фи. Вот это выражение, это фактически выражение для, ну, если мы говорим о квантовой механике, это выражение для оператора электрического мультипольного момента, катого порядка, ну, у компонента. Дело в том, что при К0, смотрим, Q00, что это такое? Q00. R0 единичка, C00 единичка, ну, E остается, просто заряд. Это просто заряд. То есть мультипольный момент нулевого порядка, это просто заряд. Дальше Q1, Q, три компонента, Q пробегает значение в этом случае, минус 1 до плюс 1 через 0, через единичку. Всего три значения, да? Это три компоненты вектора некоторого. Q1Q, ERC1Q. Это фактически можно записать так. E на RQ. Это RQ здесь будет неприводимая компонента радиус-вектора. Ну а в векторной форме это E на R, дипольный момент просто. То есть это фактически DQ. Компонента дипольного момента электрического. То есть это мультипольный момент первого порядка. Это вектор. Три компонента у него. Q2 квадрупольный момент. И так далее. То есть здесь мы видим, видите, что если я, ну, правда, можно сделать что? Вот из этой функции B R в степени K еще вытащить, так? Тогда совсем будет хорошо. Ну, кстати, так иногда и делают. Так иногда и делают. То есть вот наряду с этим разложением, очень популярным разложением, в котором вот вместо BKQ пишут BKQ комплексно сопряженно на R в степени K. Вытаскивает как бы R в степени K, так чтобы у вас прямо появился квадрупольный момент. Тогда это будет просто разложение по мультипольным моментам. Это и есть мультипольное разложение. Это и есть мультипольное разложение. Ну вот, значит, вопрос сразу возникает, а зачем это, вот зачем это надо, там, значит, по мультиполям была функция какая-то, правда, она чаще всего неизвестная, конечно, да, функция. Тут разложение, ну и что, тут бесконечный ряд, бесконечное количество слагаемых, вот. Ну, забегая вперед, я могу так сказать, что вот это мультипольное разложение для гамильтониан кристаллического поля, для энергии фактически кристаллического поля, оно удобно во многих-многих-многих отношениях. Во-первых, с его помощью очень легко, ну,
скажем так, достаточно просто. Учитывается симметрия решетки, потому что речь у нас идет о электроне в какой-то решетке, обладающей определенной симметрией. И вот симметрия, вот при использовании так, именно этого разложения по сферическим гармоникам, учитывается легко. Почему? А дело в том, что сферические гармоники обладают достаточно простыми, ну или лучше так сказать, известными трансформационными свойствами. Ну, например, сферическая гармоника четна, если К четна. К четна, гармоника четная. К нечетна, гармоника нечетная. А что это означает? Что это означает? Это означает, что если у вас ваш электрон сидит на узле, который является центром инверсии, так, центром инверсии. Ну что это означает, центр инверсии? Это означает, что такая вот процедура R на минус R поменяли, да? Вот. То при этом гармоника всего лишь либо знак меняет, в крайнем случае, либо не меняется вообще-то. Это позволяет достаточно легко в этом случае учесть вот наличие такой инверсионной симметрии. Ну а если какие-то повороты там, значит, преобразованием симметрии являются. Ну и гармоника известным образом ведет себя при поворотах. То есть просто это все затабулировано, если в конце концов. Все эти гармоники затабулированы. Так? Для них есть явные выражения. Далее. Каков принцип использования симметрии решетки вообще вот при таком разложении? А дело в чем. Дело в том, что вот этот гамильтониан, ну, как говорят, является инвариантом симметрии или симметрийным инвариантом. Ну, что это означает? Ну, представьте себе, что вот сидит хром, так, в каком-то узле решетки, и вы делаете какие-то операции симметрии, которые переводят решетку саму в себя при этом. То есть хром остается на месте, ну, и решетка при этом сама в себя переходит, окружающая. Ну, ясно, что речь тогда идет о идеальной решетке, то есть бесконечной во всех измерениях, а не каком-то там маленьком кристаллике, типа нанокристалла какого-нибудь, там, с размером порядка там, 10 ангстрем, скажем, нет, конечно. Ну, вот. Но ясно, что в этом случае, если ваш ион, который вы в данном случае выделили, остается на месте, значит, мы можем говорить о так называемой точной симметрии. Точная симметрия. Точная симметрия решетки, ну, известно, там, какие преобразования входят в точную симметрию. Это инверсия. Это отражение в плоскости, это повороты вокруг осей, проходящих через эту точку. Повороты какие-то бывают. Ну, скажем, для симметрии кристаллов характерны только повороты на 0 градусов, ну или 360. Ну, там, начнем с маленьких. Следующий 0. Какой следующий угол? Интересный вопрос. Вот для кристаллов. Какой угол минимальный является, нетривиальный, это же не ноль, является углом, который может переводить кристалл сам себя. Какой? 60 градусов. Это правильно. 60 градусов. Видите, как только 60 градусов. Следующий 90. С поворотом на 60 градусов связана ось какого порядка? 360 на 60. 6-6 порядка. Поворотом 90 градусов связана ось 4 порядка. 6-4, следующего 3-го, 120 градусов, следующий угол может быть только том 180, ось 2 порядка, и все, привет, приехали. А все остальные углы это кратные углы, там, скажем, 270 это 3 углы, 240 это 120 и так далее. То есть всего вот эти вот нетривиальные, ну если 0 выбросим, да, то есть только 60, 90, 120, 180. 4 всего варианта. С нулем 5 вариантов. Ну, на самом деле, к этим 5 поворотам надо добавить еще 5. Их тоже называют поворотами, но только инверсионными. Это те же повороты с добавлением инверсии. Ну, то есть поворот на 0 градусов плюс инверсия. Просто инверсия, да? Просто операция R на минус R. Поворот на 180 градусов и инверсия. Отражение в плоскости, на самом деле. Как ни странно, да? Ну и повороты на там, 60, 90 и 120 с инверсией. Это такие нетривиальные, ну их называют еще иногда повороты инверсионные.
Ну, они уже менее тривиальны, чем вот повороты там на 180 с инверсией или на 0 с инверсией. Вот, вот все операции точной симметрии, больше-то их, их всего 10 на самом-то деле. Ну, исходных, из них можно комбинации набирать, и всего комбинаций, которые образуют так называемые точные группы, наберется 32 штуки. Есть 32 точные, группы точной симметрии, а есть, соответственно, 32 типа кристаллов вот с такой симметрией. Их, соответственно, говорят только так называемые кристаллические классы. Вот. Так вот, интересно следующее, что вот в это разложение могут входить только такие гармоники или их комбинации, которые не меняются при всех преобразованиях симметрии. Вот обратите внимание, это очень жесткое такое правило. То есть в это разложение могут входить только такие гармоники или их комбинации, или комбинации гармоник, которые не меняются при преобразовании симметрии, то есть являются инвариантами симметрийными. Отсюда следует очень простой факт, например, смотрите, если у вас в кристалле есть центр инверсии, да, вот, то есть при операции R на минус R, у вас кристалл переходит сам в себя. Что это означает? Это означает автоматом, что в этом разложении не будет слагаемых с нечетным K. Видите как? Здорово сразу симметрия начинает работать. Половину слагаемых сразу оп, выбрасываете. Почему? Потому что при нечетном K, при такой процедуре, только что мы говорили, гармоник это при нечетном К знак будет менять. То есть она меняется, она не является инвариантом вот такого типа симметрии. Симметрийным инвариантом. И значит, только гармоники с четными К останутся, они-то не меняются при такой операции. И действительно, если ведь, посмотрите сюда, это у вас энергия. Но если у вас окружение, скажем, электрона перешло само в себя, так, то есть операция симметрии, энергия может поменяться? Нет, конечно, не поменяется. Вот. Отсюда и следует, что в этом разложении могут фигурировать только такие слагаемые отдельно, ну, с определенными гармониками или с комбинациями, которые инвариантами являются группы симметрии или просто говорят симметрийными инвариантами. Вот это очень важный фактор. И в этом смысле гармоники как раз хороши. Они имеют известные их поведение при этих вот поворотах, инверсиях известно. Оно достаточно простым является. Хорошо изучено. Это вот что означает? Это означает, что симметрия накладывает мощное ограничение на число слагаемых в этом разложении. Я вам сразу забегаю вперед, пример простой приведу. Представьте себе, что ваш электрон находится в кубическом окружении. Ну, представьте себе, вы его посадили в центр кубика вообще, да? Вот. Или в центр октаэдра, да даже в центр тетраэдра. То есть высокой симметрии достаточно. Знаете, что интересно? Слагаемость k равна 0, оно, кстати, всегда останется, потому что c 0, 0 это единичка вообще, так? Ну а единичка, она как туз, который как в карточной игре говорят, и в Африке туз тоже. Сейчас, к сожалению, в общаге ведь не играют в карты, наверное, да? В общаге кто-то ездит? Играют? Это как? Ой, хотел сказать, это плохо. Это видите, когда я сам играл, будучи студентом, это было хорошо. Потом я был деканом факультета, это было плохо. Я помню, с какими-то отходами по общежитию мы ходили с секретарем карт-организации. С учебными людьми заходим, там карты играют. Ну, представьте, могу я ругать ребят, которые играют в карты, если я сам играл в карты. Но, ну, делаешь такой вид, что, ребят, ну, нехорошо же играть. Вот. Если еще при этом пить, скажем так. И курить. Да, еще чего-нибудь, да. И не успевать еще. Вот это плохо. Но вот если вы играете, да, и успеваете, не надо. Нет, ну, это шутки, конечно, но как-то, ну, раньше это было популярно, видите, сейчас вы практически не пьете, как бы, да, ну, практически, мало пьют, действительно, сейчас, вот это, с одной стороны, это очень здорово, со всех сторон это здорово, вот, потому что раньше это вот какое-то поголовное было
Все кругом пили, ну как вот, и студенты тоже. Тут вот гастроном на углу вот был, вот студент, очень популярный студент, вот этот вот, прям на углу вот, гастроном, он гастроном, диетический товар назывался. Ну там винный отдел, куда студент ходил постоянно. Ну, по крайней мере, знаю еще там весь ассортимент, сколько что, сколько стоит. Себе не 35 рублей, а бутылка коньяка армянского, настоящего, не паленки, настоящего армянского коньяка, три звезды, о, хороший очень коньяк. Сейчас такого нет просто. Ну, 3,12. А стипендия 35 рублей, только 12. Вот такие я цены имею. Ну, зато в столовке можно было на 35 копеек, в общем, в принципе, ну, с какой-то, правда, котлетой, такой не сильно полусъедобной. Вот. Но за 35 копеек все было. Первое, второе, третье. И даже еще булочку там, за 5 копеек. И трамвай, кстати, стоил 3 копейки билет. 3 копейки. Еще мы были не рады. Итак, слагаемость k равна нулю. Это фактически функция только от R-модуля, обратите внимание. Вот слагаемость k равна нулю, это функция только от R-модуля. То есть это сферически симметричная часть этого потенциала. Сферически симметричная часть кристаллического поля. Это очень важно. Сферически симметричная часть. Обратите внимание, если я беру, например, атом, ион, помещаю в кристалл. И представьте себе, выбросил все слагаемые. Только одно с k равно нулю оставил. Что у меня получается? Внутри атома ядро сферически симметричный потенциал формирует, да, кулоновский потенциал точечного заряда. А тут еще из окружения возникает тоже сферически симметричный, но не кулоновский, конечно, потенциал, потому что он же будет у вас определяться внешними по отношению к атому зарядами. Вот, конечно, он будет не кулоновский, но сферически симметричный. Это означает, что многие свойства, тем не менее, электронных состояний атомных в этом случае сохранятся. Ну а дальше, значит, конечно, все будет от симметрии зависеть. Так вот, пример, кубическая симметрия. Слагаемость k равна нулю останется. А вот первая нетривиальная слагаемость, то есть слагаемость, связанная с инвариантными комбинациями гармоник, будет только при k равном четверке. Представьте себе, то есть это означает, что при кубическом окружении у вас, смотрите, k равная единица вылетает, k двойка вылетает, k тройка вылетает, k четверка только остается. Правда, при k равном 4 у вас, оп, оп, 9 слагаемых. Так вот, на самом деле, из 9 слагаемых всего одну только можно будет инвариантную комбинацию построить. Поэтому симметрия решетки, она катастрофически, драматически, радикально сказывается на форме этого потенциала. И, конечно, позволяет вам заранее, еще до всяких расчетов теории возмущений, упростить вот этот вот потенциал. Это здорово. Еще, на самом деле, при решении любой задачи вы именно с учета симметрии. Причем интересно, что с учета симметрии вот этого кристаллического поля, а не с учета симметрии атомных состояний. А это тоже еще вопрос большой. Ясно, что, например, в зависимости от того, на какие электроны действует ваше кристаллическое поле? P, S, P, D электроны. Тоже, вообще говоря, будут возникать какие-то упрощения. Да, забегая вперед, я могу вам сказать. Если вы рассматриваете D электроны, например, да, то слагаемые с K больше четверки не работают просто. Они дают нулевой вклад в первое приближение теории возмущения. Если вы рассматриваете P электрон, например, то слагаемость k больше двойки тоже не дают, то есть тоже дают нулевой вклад в первое приближение теории возмущения. То есть, видите, учет симметрии электронного состояния, не симметрии потенциала, как бы кристаллического потенциала, а симметрии электронных состояний, еще позволяет существенно упростить здесь, то есть какие-то слагаемые выбросить, как бы, да. И поэтому решение любой задачи, вот, связанной с действием поля решетки, именно начинается с учета симметрии. Первое – симметрия решетки, второе – симметрия электронных состояний. И в результате вы получаете некий сильно урезанный и гамильтонин, который уже называют эффективным или эквивалентным гамильтонином. Почему?
а потому что, конечно, истинным будет вот это полное разложение. Это истинная гометрия. А как только вы отбрасываете какие-то слагаемые, которые не дают в том или ином порядке теории смещения вклада, вы фактически вот этот урезанный гометрион уже называете эффективным или эквивалентным. То есть в том смысле, что, скажем, его матрица будет совпадать с матрицей истинного оператора на определенном усеченном конкретном базисе, скажем, P или D состояния. Ну, идем дальше. Значит, пример сразу давайте посмотрим. Вот как это реально работает, это разложение. Рассмотрим с вами знаменитую модель сокращение МТЗ, модель точных зарядов, МТЗ модель. Модель точных зарядов, о, ну такая, ну, супер интересная, супер важная модель. Дело в том, что в этой модели точных зарядов можно просто все посчитать, все посчитать можно, это же здорово. Особенно, когда у вас есть еще компьютеры сейчас, так? Раньше расчеты в модели точных зарядов, ну представьте себе, у вас нет компьютера. Есть только вот какая-нибудь машина, которая занимает там целую аудиторию, для которой там пробиться сложно, да, еще надо все программировать, там какие-то колоды носить, там перфокарты и так далее. Вот. Поэтому я бы так сказал, что где-то вот примерно с середины 70-х годов, когда эти машины стали более-менее доступны. Ну, то есть с середины 70-х годов персоналов никаких нет. Персоналки появились реально только середины 90-х, у нас, я имею в виду, середины 90-х годов. А вот этот период весь, середины 70-х до середины 90-х годов, народ бегал вот туда, в эти считать, на эти большие машины, так. И это вообще еще сильно подумаешь, браться за ту или иную задачу, как только, ну, такая вот забрежет перспектива бегания в этот ВЦ. Ну. А вот до середины 70-х годов это что, вручную, еще как это все. И поэтому многие расчеты, которые сегодня вообще даже просто вот секунды, да, вот она кнопку нажала, все. А раньше это были предметы исследования целого. То есть вот тоже надо это иметь. И поэтому в те годы, я бы так сказал, что многие исследователи просто, не будем говорить там физики, химики, там, математики, но прежде всего речь идет о физиках. Вообще достигали совершенства. Представьте себе, вам нужно за машину работать. Соображать не только за себя, но и за машину еще. И за того парня. Поэтому вот аналитические расчеты, они в те годы совершенства достигли. Поэтому без всяких вот матанализов, там, без интеграл, без дифур и так далее. В принципе, жить нельзя было, конечно. Потому что все занимается. Ну, кроме того, представь себе оценки, например, оценочные расчеты. Вот. Там голова нужна просто была бы очень большая. Почему? Потому что это очень сложные выражения. Вот. То оценить, ну, надо 7 пядей во лбу иметь. А я не знаю, вот, может быть, читали в литературе, как вот наши коллеги, скажем, атомные бомбы, как это они все расчеты делали. То есть как вот проделать расчет, например, о там, влиянии излучения, на каком расстоянии нужно стоять вообще от ядерного взрыва, чтобы, в общем-то, тебя чтобы ты сразу не лег и не умер. Так. Вот. И считали все это, так. Вот, поэтому добивались совершенно классных результатов, когда в умениях, которые проделывали расчеты, которые, вообще говоря, когда об этом сообщество узнавало, вызывало вообще восторг просто. Я вспоминаю, у меня приятель, который... Вот один из таких физиков, атомщиков, да, который у них вел дифуры, ну, практику. Вот, он их научил решать уравнения, не решая их как. Ну, то есть угадывая ответ просто. Это великое искусство, конечно. Хотя на самом-то деле физик, как правило, этим и занимается. То есть его задача не вот эта задача все-таки математики, там что-то вот эту вот бухгалтерию навести. Вот. А физик, как правило, до расчета должен ответ знать уже. И весь его расчет сводится просто к проверке того, что он уже угадал до того.
знаете ответа, то нельзя доверять решение машине. Вот, она вас может обмануть. Примеров тому массы. Поэтому хороший физик, он, конечно, ответ угадывает. Ну, что ж угадывает, это вся его жизнь. Она направлена на то, чтобы в конце концов научиться это делать. Вот. Итак, модель точных зарядов. Представим себе, что наша решетка составлена из точных зарядов. Ну, это вот модель такого, как говорят, ионного кристалла, типа натрий-хлор, например. Натрий положительный, хлор отрицательный. Вот решеточка некая, там сидят точные заряды. В целом она электронейтральная, безусловно. Вот. Точные заряды. То есть узел N, да? Радиус вектор узла Rn, заряд, который там сидит, Zn. Ну, Zn на E. Вот так вот. Zn на E. Вот вся решетка. Вот она. Это система вот таких вот радиус векторов, в которых сидят узлы решетки. N меняется. Ну а дальше вы рассматриваете теперь один электрончик. Это у вас как бы пробный зарядик. Вы можете его в любую точку помещать. На узел, а может, пожалуйста, между узлей. Ведь на самом деле задача расчета вот этих полей, она возникает не только для ионов, которые сидят в каком-то узле действительно решетки. Но это может быть ион, а, кстати, не обязательно ион. Это может быть электрон, который сел не на атом, а между узле, образовав, например, ну, там вакансия образовалась. И в этой вакансии, как в некой потенциальной яме, может локализоваться электрон. То есть это такой квазиатом получится на самом деле. Ядра никакого нет. Есть некий потенциал, в котором раз локализовался электрон. Вот. Ну, чаще всего это, конечно, дефекты такие вот. Так формируются. Итак, сидит у нас электрон. У него радиус вектор R маленькая. И я вот теперь напишу, что такое ВКП будет у меня. Итак, пишу ВКП. Модели точных зарядов. Равняется сумма по всем узлам решетки. Дальше, значит, ну а дальше просто школьный закон Кулона пишу. Zn, E квадрат, дальше Rn минус R маленькое по модулю. Ну вот, E1, E2 на расстояние R1, 2. Вот у меня написал. Значит, если заряд вот этот, заряд в узлах сидит положительный, да, то электрон должен притягиваться к нему. Но у меня неправильно, значит, надо минус здесь написать. Вот так. Это надо себя всегда проверять. Дело в том, что, видите, как вы... Все это связано с отрицательным зарядом электрона. Дело в том, что Zn в единицах Е мы говорим, да? Но тогда Е-то берем из таблиц, а там оно положительное всегда. И вот из-за этого возникают все время проблемы со знаком. Надо себя проверять. Притяжение – знак отрицательный. Отталкивание – знак положительный. Вот. Все. Вот это и есть левая часть. А правая, ну, надо взять эту функцию, разложить ряд по гармоникам. Ну, я бы так сказал, что даже для математика это не очень простая задача. Не очень простая задача. Ну, тем не менее, она давно решена, и я сейчас просто ответ запишу. Я, правда, ответ запишу в более общей такой форме. Возьмем вот такую функцию R1 минус R2 по модулю. И эту функцию разложим в ряд по гармоникам. Кстати, здесь два радиус вектора, R1 и R2. Можно по R1 раскладывать, можно по R2 раскладывать. Ну, сейчас вы убедитесь в том, что... Все равно, раскладывая по R2, вы получите то же самое разложение по R1 и наоборот. И так вот, как выглядит это разложение. Это известное мультипольное разложение. Это формула, так и носит название, мультипольное разложение. Я думаю, что на электродинамике вам ее должны были давать. Давали? Ну да. Вот, видите, как мы все топчемся, все на одном каком-то другом вот участке, трех соснах, понял. Но... Недаром говорят, в трех соснах заблудился. Например, блуждаем в этих трех соснах. И каждый раз все время приходится напоминать нам одно и то же. Итак, напоминаю эту формулу разложения. Если вы, правда, ее знаете, так вы мне ее напомните. Справа сумма. Я запишу в начале разложение, мультипольное разложение, по полиномам Лежандра, первый вариант. Ну ладно. Сумма по k от нуля до бесконечности. А вот дальше интересное, смотрите, идет как бы радиальная часть в начале. R меньше в степени k на R больше в степени k плюс 1.
Ну, обратите внимание, здесь вот размерность единица на R, да? Ну и здесь, видите, тоже единица на R. Вот это радиальная часть этого разложения. А дальше пойдет просто полином Лежандра. Умножить, ну даже давайте я вот здесь напишу полином Лежандра. Умножить ПК от косинус тета. Косинус тета. Все. Где тета? Это угол между векторами R1 и R2. Угол между векторами R1 и R2. Тета угол между векторами R1 и R2. Ну, правда, эта формула-то не похожа вот на наше пока разложение, но дело в том, что здесь ведь и не сферическая гармоника, а полином стоит. Вот. А для полиномов Лежандра есть известная формула связи их с гармониками, которая носит название теоремы сложения или теоремы умножения. Кстати, по-моему, так и так говорят. Дело в том, что умножение то же самое сложение, в конце концов. Итак, вот как выглядит эта связь. ПК от косинус тета. Ну, можно здесь, кстати, написать тета 1, 2, если хотите, вот так вот, чтобы подчеркнуть, что речь идет об угле между векторами R1 и R2. То есть вот так вот, если нарисовать. R1, R2 векторы, да, тета 1, 2. Так вот, это и есть сумма. ПК от минус К до К, ну как положить, ну а дальше С, К, Q от R1, комплексно сопряженные на С, К, Q от R2. И все. То есть это произведение гармоник, причем вот таких тензорных гармоник. Здесь R1 и R2, дело в том, что гармоники, повторяю, они только от угловых переменных зависят. Хотя я здесь написал R1 и R2, это сделано всего лишь для сокращения записи. Иначе надо было бы писать вот здесь вот θ1, φ1, а здесь θ2, φ2. То есть эти гармоники только от угловых переменных зависят. Вот простая формула мультипольного разложения, а вот связь полинома Лежандра со сферическими гармониками. Ну и тогда мы видим, что да, эту формулу можно вот прямо использовать сюда. Есть одно но. Вот здесь R меньше, R больше входит. Непонятно, что это такое. Но понятно, что это на самом деле меньше или больше из R1 и R2. Вот если R1 модуль маленький, меньше, чем R2 модуль, тогда R1 вверху идет, а R2 внизу. Ну а если наоборот, то наоборот. И вот это, конечно, сразу все усложняет, конечно, очень сильно усложняет. Дело в том, что у нас-то, видите как, R маленькая, Rn. Ну, R маленькая это радиус вектора электрона, а Rn радиус вектора узлов решет. Ну, на самом деле, конечно, вроде бы вот этот R маленький это маленький, а Rn это большой. Ну, давайте я такую картинку нарисую. Фрагмент, выхвачу фрагмент кристалла. Ну, например, вот у меня здесь сидит атом с моим электроном. А вот сидят окружающие его атомы, ну, скажем, в виде там октаэдра. Так вот, радиус вектора, вот это будет Rn, там, скажем, R1, там, R2 и так далее. А радиус вектора электрончика, это вот R маленькая, вот он, R маленькая. Но дело в том, что электрончик-то ведь он, конечно, прибит к этому узлу. В каком смысле прибит? Прибит кулоновским полем. Но он может гулять сам по себе, R-то может равно быть и бесконечности, да? То есть, короче говоря, он может выйти за пределы. Спокойно. Ну, если он вышел за пределы этой координационной сферы, тогда мы в соответствующем разложении, что должен сделать? Вот здесь вот будет у нас тогда R маленькое состояние, тут R большое. Но если мы, тем не менее, его не будем выпускать за пределы первой сферы, вот здесь надо будет R маленькое писать, а здесь всегда R большие. Ну, если за пределы первой сферы не выходит, то уже за пределы остальных сфер, то есть для других узлов решетки. Тем более. Поэтому, на самом деле, в модели точных зарядов распространено вот это вот приближение, когда R рассматривается меньше, чем...
есть фактически большое здесь, это минимальное расстояние до ближайших соседей. Это обычно величина в кристаллах порядка 2 ангстрем. Минимальное расстояние. 2 ангстрема. Ну а характерные размеры ионов, значит, и оболочек электронных, это величины порядка 1 ангстрема, ну или боровского радиуса пол ангстрема, вот такой типичный размер. Это говорит о том, что вроде бы это приближение должно неплохо работать, неплохо. Хотя, возможны какие-то и накладки. То есть, не исключено, что выход за рамки этого приближения может давать, вообще говоря, ощутимые результаты. И тем не менее, модели точных зарядов, как правило, без ограничений пользуются вот этим приближением. Тогда смотрите, что получается. Тогда, если я вот это разложение сюда вот, мэппинг сделаю, да, тогда у меня здесь всегда будет R маленькая, здесь всегда Rn будут стоять, так. Дальше из R1 и R2, ну R2 возьмем R маленькая, R1 R большой. Вот. И смотрим тогда на эту формулу. Смотрите, что будет. Вот у вас C как U от R маленького, да? Вот оно будет здесь. Оп. Дальше B как U, это все остальное. Все остальное. Вместе с суммой по решетке. Я прямо сейчас напишу тогда выражение для вот этого БКУ модели точечных зарядов. Вот прямо глядя на эти формулы пишем. Итак, модели точечных зарядов БКУ. Вот чему равно. Значит, R в степени К, кстати, поэтому вот здесь очень удобно R вытаскивать в степени К. Но я тем не менее запишу. Итак, это будет сумма по всей решетке, она останется суммой. Далее, ну минус вот этот давайте тоже оставим здесь. Дальше Zn e квадрат на R n в степени k плюс 1. Дальше на гармонику, вот эта гармоника. А, я здесь, видите, я здесь комплекс сопряжения убрал, значит гармонику можно писать так, как она есть. CKU от тета n фи n. То есть от R, вот это вот, вот R n большое, значит, да, гармоника. Ну и, наконец, R в степени K. А, ну давайте R в степени K тогда, ну, можно было здесь записать, но у меня вот здесь местечко осталось, R в степени K. R в степени K. Но на самом деле, вот глядя на это выражение, видите, здесь R в степени K фактически вся зависимость от R малого модуля, от радиус вектора, она вот через R в степени K только. Это означает, что здесь сейчас теперь сделаю. Это означает, что в принципе удобнее было бы использовать форму записи разложения не такую, а R в степени K здесь выделить. И так чаще всего и делают. То есть в случае модели точечных зарядов. А кстати, это делают и в общем случае часто. Записывают это разложение в виде сумма по K и Q, B в степени BKQ, комплекс сопряжённо, R в степени K вытаскивают на гармонику. Вот так вот. Тогда вот это вот R в степени K на гармонику, это прямо мультипольный момент, без заряда, в единице заряда. Единственное, минус единственный какой? Вот здесь вот, вот этот вот, эта функция имеет размерность энергии, то есть вот размерность потенциала самого, размерность энергии, потому что это безразмерно. А так, конечно, вот величины БК будут иметь размерность не энергии, а вот видите, в нем энергия, деленная на расстояние в степени К. Ну, видите, где-то найдешь, где-то потеряешь всегда. Где-то плюс, а где-то минус будет. Давайте теперь идем. Здесь вы как туда? Значит, смотрите, вот R в степени К, повторяю, можно выключить. А все остальное, это просто некая сумма по решетке, решеточная сумма. Ну, сейчас-то с компьютерами это вообще расчет проблем не составляет, это решеточные суммы. Вы вводите решетку, ну, берете просто данные из, ну, как говорят, кристаллографии, то есть параметры положения атомов решетки, все позиции, так, все, рассчитываете все эти вот гармоники,
их можно брать в декартовой форме, можно это все компьютер вам сам сделает, уже в компьютере все эти гармоники тоже есть, так? Компьютер все сам сделал, вы его только из кристаллографии, из рентгеновских данных только решетку подсунули, да, все остальное сам посчитает. Решеточную сумму это считает. То есть фактически модели точных зарядов делать вообще нечего, оказывается. То есть вот эти все коэффициенты, которые стоят у нас, лучше вот этой форме, перед мультипольным моментом электрона, они все будут известны. Вот этим модель точных зарядов хороша. Тем более, что она, в общем-то, ведь более или менее передает реальную ситуацию в кристаллах, особенно в кристаллах емных, вот типа натрий хлор. Конечно, если вы берете какой-нибудь металл, скажем так, вот, дальше, либо какое-то ковалентное соединение, полупроводник, например, германий, так, кремний, да, вот такие. Там ситуация сложнее. Почему? Потому что там вот ионный состав определен плохо, я бы так сказал, мягко выражается. То есть у вас то, что химик называет вот, валентностью, так, в металлах, в ковалентных соединениях определены плохо. И поэтому представить ковалентные соединения либо металлы в виде такой решетки источных зарядов, это вообще не очень хорошее приближение. Вот. Ну, правда, и в этом случае, тем не менее, используют эту модель. Каким образом? А вот эти ZN-ные заряды берут как некие подгоночные параметры, как некие эффективные заряды. Ну, понятно, что эти эффективные заряды, но они же не могут, так скажем, там 100-200 раз отличаться, например, от единички, там двойки. Вот. То есть для них более-менее разумные значения должны быть, конечно, порядка, там единичка, двойка, плюс там двойка, минус двойка там, и так далее. Вот. Ну и тогда это означает, что вы можете, конечно, провраться в величине этих параметров по сравнению с реальными, скажем, значениями, которые никто не знает. Но эти ошибки будут не суперзначительными. Так? Поэтому модель точно знает, даже и в этих системах, где она как бы неприменима, тем не менее очень часто используется для таких полуколичественных оценок. Что самое важное, эта модель позволяет точно учесть симметрию решетки. Вот это тоже супер важно. Более того, ведь смотрите, вот то, что я выше говорил, что вот в это разложение войдут только те там гармоники или их комбинации, которые являются симметрийными инвариантами. Вот. Ну, если вы плохо представляете, что это такое, так, доверьтесь компьютеру. Ну, правда, доверяй, но проверяй. Что значит доверьтесь компьютеру? А каким образом, вот скажем, ваш компьютер, не зная никакой там теории симметрии, теории групп и так далее, как же он эти инварианты это вам выдаст вообще? Вот такой вопрос. Он теории групп при этом же не читает, да? А считать, будет считать все. А интересно вот что. Каким образом у вас инвариантные комбинации выделятся? А очень просто. Дело в том, что вот эти вот, видите, функции, вот они, да? Они у вас перед неинвариантными комбинациями, неинвариантными гармониками, в ноль просто обратятся. В ноль обратятся. Надо обратить внимание вот на что. Смотрите, здесь выражение для B стоит та же самая гармоника, того же ранга, да? Но она, правда, от векторов решетки зависит. Но свойства симметрии у нее те же самые, что вот эти. Те же самые свойства симметрии. Это очень важно. Это означает, что вот эти гармоники и эти параметры, они имеют одинаковые свойства симметрии. Да это и понятно. Дело в том, что в целом это имеет смысл энергии скаляр. Здесь скалярная свертка на самом деле записана. Видите? Ранг тензора К, ранг К. Q-компоненты, только это идет с комплексным спряжением. То есть это на самом деле скалярное произведение величин, имеющих одинаковые трансформационные свойства. Поэтому ваш компьютер, считая вот эти параметры, просто вот по этой формуле автоматически выдаст ноль в тех случаях, когда он будет стоять перед неинвариантной комбинацией. То есть фактически именно параметры будут нулевыми или не нулевыми. И таким образом вы отберете, выбирая не нулевые параметры, отберете те самые инвариантные комбинации. Автоматом вам программка, ну или это можно вручную делать в некоторых случаях, да, все это вы
получите. Поэтому вы можете использовать теорию симметрии, теорию групп, можете не использовать. В некоторых случаях, если какая-то простая решетка с высокой симметрией, то все это вручную можно сделать. Но если решетки сложные, так, конечно, лучше тогда доверить это хорошей небольшой программке компьютерной, которая бы это правильно считала. Ну ладно, вот посчитали их, да? Но правда здесь в расчетах тоже есть проблемы. Видите как, куда не, как-то говорят, куда не кинь, везде клин. Что-то типа такой, как поговорка какая-то. Что-то такое. Ну, как, короче говоря, куда ни ткнись, всегда проблема возникает. Вот, я на свой такой язык переведу. Нам понятно. А в чем эти проблемы? А дело вот в чем. Дело в том, что обратите внимание, здесь вот, когда вы начнете считать эту сумму по решетке, решеточная сумма, то у вас может проблема возникнуть. Даже если вы компьютером, особенно, может быть, даже если вы компьютером пользуетесь. С чем она связана? А дело в том, что здесь, видите, входит ряд типа единица на r в степени k плюс 1. А k меняется. 0, 1, 2 и так далее. Ну, скажем, k равно 0. Тогда здесь единица на r сумма. Ну, а вы, не знаю, с первого или со второго курса, где ряды проходят там? На первом? На втором. Вы из теории простых рядов знаете, что ряд типа единица на x не сходится. Вот. И вы представьте себе, ваш компьютер начинает считать. Слагаем с k равным 0. Более того, здесь же проблема вообще катастрофическая. Смотрите, я вот нарисовал вам первую координационную сферу. Да, вот так. Вот они, пошли атомы. Это первая координационная сфера. Все атомы находятся на расстоянии, вот r, скажем, да? Но их, смотрите, сколько здесь, 6 штук я нарисовал. Вот. Проведите вторую координационную сферу, r в 2 раза больше, да? Но на этой сфере число атомов, то есть число вот этих зарядов, как бы, да, будет уже не в 2 раза, а в 4 раза больше. Ведь поверхность сферы это пропорционально r в квадрате. Поэтому на самом деле у вас не только ряд типа единица на r, а ряд типа r. Ну, тогда возникает вопрос, а как же считать-то, он что, вообще что ли расходится? Нет, надо иметь в виду, что ряд знака переменной. Почему? Потому что ваш кристалл-то ведь нейтральный, поэтому у вас есть и плюсы заряда, и минусы. Поэтому заряд, ряд у вас будет знакопеременным. И это означает, что на самом деле вы должны получить сходящийся результат. Но, обратите внимание, тогда многое будет зависеть от того, как вы будете считать, как вот вы программку составите. Я говорю к тому, что надо, задавая задачку компьютеру, думать вообще говоря. Вы можете очень просто сделать. Вот смотрите, я вам такую картинку нарисую. Возьму одномерный кристалл. Вот у вас заряды. Вот сказать, заряд плюс-минус, да? Плюс-минус пойдет дальше. И так далее. Вот вы сидите в этой точке. Вот сосчитайте такого типа сумму при k равном 0. Считайте ее так. Давайте я вначале сосчитаю по натриям, а потом по хлорам. Ну понятно, что если вы начнете считать по натриям вначале, ну, а вот они плюсы. Этот, потом еще там и так далее. Вы получите ряд знака постоянный, расходящийся. А потом добавите к нему еще сумму по хлорам. Тоже будет знака постоянный, тоже расходящийся. И вы будете складывать два расходящихся ряда. Ну, то есть совершенно неконтролируемый результат получите. Правильно? Поэтому надо как-то хитро здесь суммировать. Вот. Причем интересно, что компьютер, вот я вам уже говорил, компьютер вам может автоматически симметрию всю учесть. Но если вы ему задачку зададите так, что так плохо, неправильно, то он ее никогда не учтет. Ну, очень просто. Возьмите кубический кристалл, скажем, кубической симметрии. Вы, он же конечные суммы считает, компьютер, правильно? Вот вы ему даете так, в ширину решетку выбираете 1 метр, в высоту 2 метра, так, 3 метра. Ну и что он вам посчитает? Симметрию-то вы ему задали не кубическую в результате. То есть вы ему задали фрагмент, вообще говоря, некого объекта с ромбической симметрией, со симметрией типа спичечного коробка. Все, тогда он вам совершенно выдаст не физический результат. То есть вам он даст некоторые вклады здесь, которые в идеале в кубическом кристалле исчезли, в ноль обратили. Это нужно очень учитывать внимательно.
И поэтому здесь проблема возникает еще при непосредственном счете. Более того, эти проблемы еще ведь в докомпьютерную эпоху возникли все. И в докомпьютерную эпоху народ, тут что, соображаю? Не то, что в компьютерную эпоху. Сейчас же. А вот раньше народ соображал. Причем вот до нас, я человек из некомпьютерной эпохи. Вот. Хотя сейчас как бы у меня компьютер... Я каждый раз с ужасом думаю, вот представить себе, что у меня вдруг обрушился скажем, жесткий диск. Ну все, я не знаю, я все, ну, куда-то я не знаю, может быть сторожем пойти, что ли, работать тогда. А раньше? Вот. Вот эта проблема решеточных сумм, она очень давно возникла. И не из этой даже, хотя зря я говорю, из этой задачи. Впервые на вот эту проблему обратил внимание и, собственно, решил ее Моделунг. А Моделунг, это еще, знаете, это еще коллега Макса Борна. Вот. У него книжка, есть такая книжка известная, Борн Моделунг. Вот. Представьте себе, это первое десятилетие еще вот, 20 века. Так вот, есть метод Моделунга для расчета этих решеточных сумм. Ну, есть его более такие мощные вариации. И, в общем, непростые. То есть, это методы улучшения сходимости вот этих решеточных сумм, этих рядов. Повторяю, особенно при малых k. Ясно, что если k у вас, например, четверка, да, то здесь единица, наверное, в пятый идет ряд. И даже если у вас число зарядов пропорционально поверхности сферы координационной растет, то, тем не менее, ряд будет быстро сходить все равно. И поэтому, когда у вас слагаемые рассматриваются с k равным, скажем, 4, там, 6 и так далее, то обычно учитывают только ближайшее окружение. Дальше, в принципе, можно не считать. Ну, понятно, что единица, наверное, скажем, четвертая идет, да? Первая сфера, 2 ангстрема. Следующая, обычно в 2 раза больше, 4 ангстрема. Ну, 2 в четвертой все-таки уже, единица на 2 в четвертой прилично, все-таки зарезание уже, да? Поэтому обычно там рассматривают только ближайшее окружение. Вот. И здесь об этом надо особо сказать. Вот это приближение ближайших соседей, оно очень популярно в модели кристаллических полей. Ну, правда, повторяю, вот только для K, начиная с четверки. Вот такая ситуация с этим кристаллическим потенциалом. Но, кстати, обратите внимание, я еще ни слова про квантовую механику не сказал. Это вообще, на самом деле, типично для задач, квантово-механических как бы, задач. Да? То есть они... Если не наполовину, то иногда даже больше, чем наполовину. А эта задачка, конечно, из знакомой нам из классики. Ну, в частности, в данном случае из электродинамики. А что делать? Вот. Потому что если вы рассматриваете, скажем, там, атомы, молекулы, значит, твердые тела, то есть системы зарядов на самом деле, то без электродинамики вы, конечно, не обойдетесь. А где включается, собственно, квантовая эта механика? Ну, когда вы начинаете рассматривать атом как квантовый объект, так? Вы включаете тогда вот это взаимодействие как некое возмущение, правда. Сразу возникает вопрос, что значит возмущение? То есть представьте себе, вы берете атом, да, и свободный атом или ион, и помещаете его в кристалл. Вот как понять, а вот этот потенциал, он слабым будет или сильным? Я думаю, что вы можете легко догадаться. Вот у вас есть, скажем, спектр свободного атома оптический. Ну, это, в общем, экспериментально можно его проверить, найти все так. Ну, может, и теории есть хорошие, вообще говоря, для свободного атома. Вот. А потом берете этот атом в кристалле. То есть вот хром трехвалентный, ион свободный и в кристалле, в корунде. Но в корунде тоже есть эксперимент, оптический спектр там есть. Вы просто сравниваете спектр атома свободного и атома в кристалле. Вот сравнили. Если у вас атом в кристалле показывает спектр, который, в общем, видно, ну, его связь видна со спектром свободного атома, то, наверное, возмущение не очень сильно. Ну, так мягко выражать, не очень сильно. Но если так вот вы никакого подобия не видите, ну, значит, сильные возмущения. Вот я вам скажу примерные цифры. Характерный масштаб энергии в многоэлектронном атоме.
Вот. Ну, естественно, участие в основном электронным атомом, не с атомом водорода. Все-таки разница приличная. Ну, вот обратите внимание, в атоме водорода основное состояние энергия минус 13,6 электрона вольта. Первое возбужденное лежит на расстоянии порядка 10 электрона вольт. 10 электрона вольт. Поэтому, скажем, в оптическом спектре поглощения у вас от 0 до 10 электрона вольт пусто вообще. Пусто. Если бы вы из этого водорода, ну, газ, представим себе, из атомов свободных, да? Ну, такой разреженный газ. Ну, прозрачный, конечно, будет. 10 электрон, 10 электронов вольт, это такой далекий ультрафиолет вообще просто, ужас. Ну, прозрачный, все пропускает. Теперь характерные энергии для атома многоэлектронного. Там уже расстояние между, скажем, основным и первым, там, вторым возбужденными состояниями, уровнями, термами многоэлектронного атома. Это величина порядка электрона вольта, одного электрона вольта. А взаимодействие с кристаллическим окружением тоже чаще всего энергии, соответственно, энергии порядка 1 электрона вольта. Вот это взаимодействие для ионов группы железа, то есть вот для хром, там, железа, марганец, кобальт, никель, это величины порядка для типичных кристаллов ВКП, я здесь напишу, 3D группа железа, это величины порядка 1 электрона вольта, 1 EV. То есть это означает, что спектр свободного иона группы железа, иона это уже в кристалле, вообще может совсем отличаться. Мало чего общего. Ну, на самом деле задача, скажем, там теоретика, экспериментатора, это общее найти все-таки. Почему? Потому что мы же соображаем, что у вас состояние, которое атом в кристалле имеет, да? Они как-то связаны генетически с состояниями свободного атома. Конечно, связаны. Но если это взаимодействие сильное, эта связь будет относительно непрозрачной такой. Ее не сразу найдешь. И наша задача все-таки найти эту связь. Несколько проще ситуация, скажем, для группы редких земель. Вот ВКП, кристаллическое поле, для 4F электронов, это валентные электроны в редкоземельных ионах. Там вот я говорил, вот, пожалуйста, рубиновый лазер на хроме работает. А, скажем, неодимовый лазер, неодим это редкоземельный ион, у него внешняя оболочка это 4F оболочка. Это энергии меньше порядка 0,1 электрона вольта. Видите, это означает, что вот редкоземельный ион в кристалле, у него спектр оптический во многом будет повторять спектр свободного атома. Но тоже, правда, с такими иногда надо, с такими мощными комментариями, что я бы так сказал, что если сильно меня к стенке так прижмут, я бы тут же откажусь от этих слов. Почему? Видите как, у многоэлектронного атома, я уже говорил, характерный масштаб 1 электрон вольт. Но у него есть вырожденное состояние, в том числе основное, скажем, вырожденное состояние. Что это означает? Это означает, что несколько состояний имеют одну и ту же энергию, скажем, в свободном атоме. Но когда я помещаю его в кристалл, этот атом, да, то у вас может возникнуть небольшое, оно во многом зависит от симметрии окружения, расщепление. И вот это расщепление это может составлять хоть единицы, вернее, доли, тысячные доли электронного вольта оно может составлять, тысячные доли электронного вольта. Вот. Но это будет означать, что на вот такие малые величины, малые расщепления, решетка, ее небольшое изменение, давление взяли на решетку, там приложили какое-то, так от одной решетки перешли к какой-нибудь другой решетке, грязь всякая, дефектность и так далее. Будет очень сильно сказываться. Вот. Это все зависит от масштаба. Вот в редких землях, например, сейчас мы закончим. В редких землях, почему кристаллическое поле такое маленькое? Вообще странно. Вот у вас вопрос должен возникнуть. Ведь кристаллическое поле, оно внешними по отношению к какому-то атому, да, зарядами, оно одинаковым, даже не все равно, какой я туда помещаю электрон. Вот. D или F, оно всегда одно и то же. Мы же говорим здесь о взаимодействии электрона, то есть об энергии взаимодействия. Не просто потенциал в классическом смысле, а мы рассматриваем энергию взаимодействия. Вот. А она будет во многом зависеть, конечно, от того, о каких электронах идет речь.
Вот представь себе D-электроны. Это обычно такие электроны внешних оболочек. Так. Вот. Это обычно электроны, достаточно удаленные от ядра. И они чувствуют внешнее вот это кристаллическое поле на всю катушку. А 4F-электроны – это тоже валентные электроны, но, к сожалению, ну или к счастью, для редких земель, эти оболочки 4F, они достаточно локализованы, они компактные оболочки. И это фактически оболочки, которые извне еще другими 5S и 5P оболочками заэкранированы. То есть они, эти оболочки, их в каком-то смысле можно назвать внутренними оболочками, хотя они соответствуют валентным электронам, тем не менее. Вот. Ну и значит, вот эти вот внешние электроны, 5s и 5p, они экранируют 4f электроны от этого внешнего потенциала. В результате эффективная энергия взаимодействия 4f электронов с окружением становится очень маленькой. Видите, меньше порядка 10 электронов вольта. Это, кстати, всего лишь десятки, сотни, максимум 1000 градусов Кельвина. Это очень небольшая энергия. Поэтому все зависит от того, какие мы электроны рассматриваем. Это очень важно. И вот видите, для, ну а для практики, вот для нашей жизни, конечно, вот эта разница катастрофа. То есть это во многом наша жизнь, конечно, определяется как раз вот этими вещами, особенно вот этим. Этим-то мало. Редкие земли, видите, это на китайцев сказывается сильно. Вот. В каком смысле? Дело в том, что практически в основном все залежи редких земель в Китае сосредоточены. Поэтому Китай сейчас монополист, он цену определяет на редкие земли. Ну а как вы догадались, редкие земли идут во многие вещи от войны, вот, до, сейчас сказать, до гитары, до электрогитары. Там тоже магниты редкоземельные стоят в электрогитарах. Хороших современных электрогитарах. Вот. Ну и всякие виды магнитофон, там двигатели все, микродвигатели, там все постоянные магниты сидят. Они, правда, все эти магниты японские. Неправильно сказал. Они все сейчас все китайские. Потому что все делается в Китае. Хотя оно японское, но делается в Китае. Вот. Но, то есть разработки это японские. Это маленькие двигатели, там такой сердечник магнитный стоит. Магнит вот, в виде такого рубля, вот старого, знаете, такого большого рубля. А залежи все в Китае. Поэтому китайцы сидят вот на этих залежах. А с группой железа все-таки там проще. Вот здесь у нас есть норникель, например, такой никель, это группа железа. То есть у нас группа железа в России проще. А железо, вон там, пожалуйста, на Урале. Как ни пни камушек смотришь, это, черт возьми, ферромес, как он там. Вот, и так далее. И, конечно, группа железа, наша жизнь во многом. Зависит, я уж не говорю о том, что у нас там железо циркулирует в организме. А редкие земли редко циркулируют. Ну и если циркулируют, это скорее плохо. А железо циркулирует, это хорошо. Вот на этой такой позитивной ноте мы закончим сегодня.